сексом по собственному желанию. В отличие от большинства актрис, она не занимается эскортом и отвергает предложения арабских шейхов, потому что хочет делать только то, что ей нравится. Девушка снимается ради популярности в роликах, которые стала бы смотреть сама. Финансовая сторона остается второстепенной. В многочисленных интервью она говорит о том, что занимается сексом бесплатно, ей платят только за то, чтобы поставить камеру. Модели подиумов изучают журналы и показы, а Юлия с интересом следит за новинками порноиндустрии, за регулярным просмотром фильмов для взрослых, повышая свою квалификацию. Порно – это продукт, который смотрит с определенной целью, чтобы получить то, чего не хватает в реальной жизни – нежности, романтических отношений или просто развлечений. Человек уходит в порно, так как не может встретить своего единомышленника, подходящего сексуального партнера. Юля работает на американскую и европейскую аудиторию. Ее работа оплачивается в 7 раз выше стандартного прайса модели подобного жанра. У девушки есть личная квартира в Москве, в районе Тверской.